Здравствуйте, товарищи! В Модине на базе молодежного спортивно-патриотического центра «Крылья» состоялись традиционные соревнования по военно-прикладному многоборью «Блокада». Они проводятся здесь с 2016 года. Сегодня вы посвящаете свои спортивные мероприятия, посвященные 80-летию снятия блокады. Я желаю вам, товарищи дорогие, достичь, во-первых, успехов в играх и соревнованиях. Желаю, чтобы вы росли патриотами нашей Родины, чтобы вы воспитывались сами и свое потомство. Помню этот великий подвиг ленинградцев, которые пережили долгие годы блокады, борясь с врагом, борясь с голодом, борясь со своими страхами. Я хочу вам пожелать, чтобы вы помнили наших предков великих, которые были всегда сильны духом. Участники военно-патриотических объединений и клубов, 17 команд, приехали из 5 городских округов Московской области и Щелково, Фрязино, Мытищ, Истры и Орехово-Зуево. Программа военно-прикладного многоборья включала в себя 10 этапов состязаний. Это были викторины по истории армии и истории оружия, используемого в разные годы, полоса препятствий, стрельба из пневматического пистолета, разборка-сборка автомата Калашникова, марш-бросок и другие. Учусь в школе номер 9 городского округа Мытища. Прибыл в составе команды «Штандарт». Организация очень хорошая. Справляемся. Есть небольшие заминки, но они не критичны. Мы приехали с Медвежьих озер, команда «Русичи». На прошлых соревнованиях декабрьская операция тоже здесь проходила. Я заняла первое место по стрельбе. Сегодня вообще все супер. Трудностей никаких нету. Победа за нами. В проведении соревнований участвовали инструкторы и специалисты объединенной тактической группы «Рекрут», воспитанники военно-патриотического объединения с туристским уклоном «Небеса», волонтеры добровольческого объединения «Корпорация добра» и активисты первичного отделения движения «Первых» центра «Крылья». По результатам состязаний все команды были награждены памятными грамотами, а победители – медалями и кубками. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.